Погружение в волонтерство, определение роли и новые компетенции. Норникель запустил весенний сезон программы «Ледокол». В городах присутствия компании добровольцы встретились на стартовой сессии. В этом году опытные волонтеры, участники прошлых сезонов, станут наставниками, чтобы помочь новичкам адаптироваться в системе максимально быстро. Тема нового сезона программы развития корпоративных волонтеров «Ледокол» – «Растем в новых ролях». Как новые участники, так и те, которые уже давно в программе, они могут для себя сами определить некую роль, которую они готовы потянуть. Наставники попробуют себя в роли руководителя, либо координатора, либо коммуникатора проектов. Экология, благоустройство, помощь людям и бездомным животным. За время существования корпоративного волонтерского движения «Комбинат добра» сделано много полезных и добрых дел. Вместе с количеством проектов растет их масштаб. Все больше людей пополняют ряды добровольцев. Я увидела сегодня очень много новых лиц. Меня это радует. Это ресурс для меня. Я готова их, как сказать, ребят продвигать, наставлять, уделять свое время для того, чтобы каждый человек чего-то достиг в волонтерстве. Ведь Норникель, я считаю, что очень много дает инструментов для развития. Новички сами просятся. Стоит только кинуть объявление. Все. Вот если в 2017 году надо было «пойдем мы что-нибудь там хорошее натворим», то сейчас уже в СМИ окружение наше уже сделанные дела реальные. Это уже результат, который люди говорят: «Я тоже хочу». Александр Измайлов родом из Вологды, но успел поработать в разных городах страны. В Кольской ГМК он трудится только год и уже успел проявить себя в программах «В хорошей компании» и «Кому не все равно». Сразу с головой, потому что я примерно представлял, что я хочу. Первый переезд был в Усть-Илимск. И в первую же неделю я в выходные, не знаю, что делать, изучая, пошел прибирать берег. Сюда я приехал также. Я хочу прибраться хотя бы на берегу. Да, где у вас тут прибираются? Я хочу жить в чистоте и порядке. Программа «Ледокол» даст возможность участникам освоить новые навыки, полезные, к слову, не только волонтерской работе. Их ждут тренинги, встречи, гостевые фестивали, на которых добровольцы Норникеля смогут обменяться опытом с коллегами из других компаний. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ-21+, Мончегорск.